стучит в окно и наступает передышка. Все принимаю близко к сердцу, даже слишком. И до утра будут мелькать страницы сайтов, чашки с кофе, сигареты. Я не первый, кто с тоской без ответа. Тоска стара. Я не знаю, какие результаты и проценты видны из окон всех московских телецентров и из Кремля. Но за моим окном по пьяной в жопу человека друг друга бьют уже почти что четверть века. Из-за рубля. И на асфальтовых полях среет только черный дым. И не видно ни хрена в этой темени. Лужи крови и дерьма густо заливает. Нет, это просто дух времени. Просто дух времени. Тонкие панели перекрытий, и он заставит многих бросить все и выйти, чтоб поглазеть. В первом ряду обыденно, легко и безучастно, на драку, на пожар, на боль несчастных, на чью-то смерть. Засними на телефон чей-то стон и стекол звон. Продолжает перегон наш отцепленный вагон. Кто-то спрыгнет на лету, но без толку это паника. Ведь наш вагон несет по борту общего для всех Титаника. Stop.